Ану, кулею до телевізора. Хата на тата повертається. 30-річний малюк Женя Ларкін, який нічогісінько не робив по господарству. Після себе посуду помити? Дід, мені бісить, що посуду не помиєш, і що? Всього за два дні став трудовою конячкою. Фізично я змотан, вимотан, вообще ісчерпан. Татко отримав обов'язкові завдання, але досі не виконав жодного. Доньку плавати не навчив. Повний провал. Сина в спортивну секцію не влаштував. Він не похожий на бойця. Все плохо, все дуже плохо. А спроба привчити дітей до хатньої роботи провалилася з тріском. Що це? Що це? Що це? Чорне таке? Блін! Ну а що, блін? Ну а як, блін? Ти ж тут сидиш, ти в цій кімнаті живеш. Взять веничок, чуть-чуть смести. Зачем себе мучити і смотреть далі, як всім на це просто наплівати? Мы были очень рады, что папа уехал. Наконец-то нас оставил в покое. Залишивши ледарів самих, татко взявся за наступне завдання. Тут допомога дітей йому не потрібна. Это, наверное, самое серьезное задание. Фух, устроиться волонтером в дом сирот. Здравствуйте. Меня зовут Женя. Проходите, ой, присаживайтесь. К вам в гости. По поводу у меня такое есть желание быть волонтером у вас здесь. У вас есть свои дети? У меня есть свои дети, у меня их трое. Вы нам очень подходите. Ну, давайте я вас провожу, детка. Фух, давайте попробуем. Волновался сильно так. Я не знал, как они меня примут. Здравствуй, Женя. Настя. Настя. Лера. Лера. Настя, Лера. Аня. Аня. Шанти. Шанти. Да. Приятно очень. Красивый. Он трошки стеснялся. По нему даже видно было. Коля. Колян. Женя. О, тезка, Жека. Миша. Миха. Илья. Илюшка. Он начал нам улыбаться, начал общаться. Говорит, я с вами буду работать, я хочу с вами познакомиться. Женя, аби завдання було зараховане, ти маєш два дні відпрацювати волонтером і стати для діток справжнім другом. То з чого почнеш? Моя задача – чому-то навчити цих дітей, що-то їм там показати, розказати. Ну, и мы так подумали, ну, хорошо, давай, будем варить борщ. А он так удивился и сказал, что это я даже сам не могу варить борщ. Сколько наш? Ну, мы начали показывать, что это чего. А, это уже готовый у нас что? Бульон, да? Бульончик. Кто нам в этом помог? Мы. А вы сами делали? Да. Да, вы вообще молодцы. Честно сказать, ошарашен, что дети это все умеют делать сами. Капусту кто порежет? Мы. Один там чистит, другой уже там моет, убирает, тот тарелочку подает. Я так стоял, так открыл так ротик и просто наблюдал, восхищался. У вас дома все друг другу помогают? Не, у нас дома не так дружно, конечно, как у вас. Нас каждый себе. И все, а дети всегда, папа, сделай то, я хочу то. Ну, сами не хотят ничего делать. Мне было неловко и стыдно, что я не научил своих детей самому элементарному – заботиться о себе. Эти дети в своем возрасте уже понимают, что без поддержки и помощи друг другу намного тяжелее. Все, борщик готов? Мы уже выключили, да. Бомба. У тебя так чуть-чуть, да? Да.
Я пришел им чем-то как бы помочь, и они со своей стороны, оказывается, помогли и мне открыть глаза на многие вещи, происходящие в моей семье. Я реально осознал, что мои дети не виноваты в том, что они не такие. В этом виноваты мы. Потому что мы их не учим, не приучаем, не заставляем даже, когда надо. Так, все, дети, спасибо большое. Да, что встретили меня, подружились со мной. И мне очень было приятно с вами познакомиться, провести время. Да, очень рад, что вам тоже понравилось. Ну, до встречи. В следующий раз я скоро буду. Спасибо! Пожалуйста, пока. Після спілкування з такими дружніми дітками, Женя повертався додому лише з однією думкою. Зараз мені прийдеться виправляти свої помилки. Настраювати дітей на те, що треба як-то вже привикати самим к себе заботитися і допомагати близьким своїм, які живуть рядом з ними. Кіра, Кирил, іди сюди. На кухню пішли. Вы знаете, что я пошел выполнять свое задание волонтером в сиротский дом. И то, что я там увидел, меня, конечно, очень удивило, поразило, что дети, не имея семьи, ни родителей, ни мамы, ни папы, они живут, ну как, своим обществом, там, помогая друг другу. Если вам папа ничего не может научить, то можно поехать к деткам и посмотреть, как они сами этому учатся, потому что они знают, что это надо будет их в дальнейшей жизни. Поїдем і посмотрим, да? Схоже, така ідея дітям не до вподоби. Та я не хочу. Умілі. Але татко налаштований рішуче. Поїхали. Собираємося і їдемо. Хозяева, здравствуйте. Привет. Можно к вам в гости? Да. Хорошо. Фух, ну что, сразу будем знакомиться. Шанти. Я умею как готовить, как стирать, как убирать. Илюха. Я умею уже есть и варить, убирать за собой. Могу себе погладить вещи. Это Кирилл. Я в быту ничего не умею. И Кира. Ничего не имеет. Не, ну мы научим тогда. Ну что ж, ребята, будем сегодня учиться работать. Михасик одразу ж взялся за дело. Настраиваем на двоечку. Видишь, не вылазится, надо еще раз. Кира, ты ж не пасе задних. Настя мне учила, как надо родителям помогать. Сначала надо постирать, потом надо выпрямить, а потом повесить. Мы показывали, как надо после себя убирать, и мыть, и помогать. Поки діти вчили працювати Кіру з Кирюшею, 10-річний Михасик викликав татка на серйозну чоловічу розмову. Да, я здесь. А чому папа і мама, ти і мама не мучите Кирилла і Киру все делать? Не знаю, просто проще как-то самому взять и сделать быстрее. Просто чуть розбавлювали їх, наверное, да? Будем исправляться, будем их приучать к труду. Думаешь, они за целый день уже? Чему-то научились. За этот день я научился включать стиральную машинку, заметать, мыть посуду, пришивать пуговицы, пользоваться ножиком и вилкой и гладилкой. Я за всю жизнь сколько работы не делал, как сегодня. Мне было стыдно за себя. Потому что я была ленивая. Раньше думала, что я не захочу никому помогать, а теперь я хочу всем помогать.
Пока. Спасибо большое за радушный прием. Спасибо, что научили. Все. До свидания. Пока. Цілий день з дітками неабияк зморив татка. Тому що день був настільки насичений, блін, що як-то вже все, провалився одразу так на подушку і забуть її. Поки господар спить, діти вперше в житті самі взялися господарювати. Хотіли, щоб... Ну, папа увидел, что теперь будет у нас дружная семья, мы будем друг другу помогать, и что мы изменились. И решила тебе помочь. Она начала мыть посуду. И пол мыла руками в коридоре. Картошка готова! Я никогда не видела Кирилла таким хозяйством. Мы старались сделать все вкусно и хорошо. А старались мы это сделать для папы. Аромат свежезваренной картопли разбудил татка. Сидят дети, Кира нарядная сидит. Такие за столом, тут еда на столе, вермишель, картошка, салат, чай, блин. Ого, красиво. Не ожидал, честно. Это с области фантастики просто. Там. Знак того, что мы всегда будем помогать. Серьезно? Да. Здравствуй, Лена. Сейчас дома все по-новому. Я много чего переоценил. Когда ты вернешься, я уже не буду таким, каким ты меня здесь оставила, о котором ты говорила, что ты четвертый ребенок в нашей семье. Ты встретишь мужчину, опору и поддержку. Мы тебя очень любим. Папа за тобой очень скучает, как и мы. Очень ждем, пока, когда ты приедешь. Я даже, когда утром встаю, думаю, что сейчас мама на кухне. Все время ждем, чтобы ты побыстрее приехал. Нам тебя сейчас очень не хватает. З самого ранку Ларкіни поспішають до дитячого будинку, аби віддячити дітям, які так змінили їхнє життя. Я к этому не относился уже как к заданию, это уже как должное, как будто я этим занимался все время. Просто решил организовать им досуг. Здрасте всем. Что вы тут? Папа захотел им сделать праздник. Чтоб этот день запомнился просто ярким и, ну, вообще красочным. Кто за каток? Все, решено, да? Я не ожидал, что Женя нам сделает сюрприз. Но он его сделал, и мы так обрадовались. Ну, мы катались все. Падали, особенно как Женя. Он хотел нам показать мастер-класс. И ласточку пытался сделать. И упал на попу. Боже, как это все больно. И... Зато весело было. Мы катались дружно на катке, как
Многодетная семья. Держи вот так за бедра, не за кофту, а вот так. Я не думала, что такой чужой человек может сделать для нас такой праздник. Вам понравилось? Да! Классно. И потом нас Женя отвел в пиццерию. Если возьмем вот такую пиццу, нам хватит? Да! Так, а ну давайте добавки тут подам уся. Один был еще лучше, чем мое день рождения было. Женя добрый. Он смешной. Как папа. Спасибо! Гордился папой, потому что все это устроил он. Я думаю, что это достойный поступок со стороны папы. Я их полюбил, я же говорю, такое ощущение, что я их, ну, я не знаю, с рождения знаю, как будто, ну, так. Мы его полюбили, как папу, и мы хотели, чтобы он еще к нам приезжал. Этот подарок мы тебе даем, чтобы ты нас вспоминал. Мы ему подарили сердечко, которое мы сделали своими руками. Очень приятно, конечно. Благодарна, что он был с нами и что он нам сделал все хорошее. Нам было приятно с собой проводить все дни. Хороший человек, который сделал мою мечту. Ну, просто сделай это все от души и все. Просто так. Просто так и все. Тогда я ощущал, что мы уже с ними как бы друзья. И все равно, даже если этот проект кончится, то мы все равно будем к ним приходить и поддерживать их. Попереду в Ларкіних ще два невиконаних завдання. І вже за годину почнеться вирішальне тренування з кікбоксингу. Во! Два дні Кирюша наполегливо працював над собою. Та перед іспитом татко вирішив привести сина в повну бойову готовність. Ну, виходить у нього. І такий же він, і, блін, хиленький, і слабенький. Аби завдання було зараховане, Кирюша має витримати двогодинне тренування на рівні з усіма бійцями. От цієї тренування залежить, візьмуть мене в цей клуб чи ні. Ми з папою опоздали. Здравствуйте. Дисципліна починається з того, іменно з того. Якщо ви опаздуєте, вже ви себе показуєте, що я не серйозне відношення. Ви опоздали, ви вже починаєте нарушати. Опоздавший зал заходит, сперва отжимается на кулаках. 9, 10. Больше не повторится того, что я опоздаю. Потом началось самое хуже. Встали на кулаки. Быстрее! Сколько сделал? 10. А я сказал 30. Давай. Так хотелось прямо встать, ему помочь, там, поддержать как-то, я не знаю, там, ой-ой-ой, аккуратно, осторожно. Ну. Не стой, не стой, когда он бьет, немножко отходи, не стой, вот так. Оп, оба. 30 секунд на ускорение, поехали, время. Руки. Жестче, жестче, жестче нарастает темп, ускорение, вот это все быстро, 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 быстро. 10 приседания. На кулаки стали, 10 раз отжались. Сели на пол. Темп, темп, время идет. Я старался, хоть это было трудно. Равняйся. Ре. Ос. Чин Фарманович, еще же у нас один вопрос. Ну, нам бы как бы
Нужно ваше утверждение. Мы записаны на секцию кикбоксинга. Вы же сегодня взяли, опоздали. Блин, за какое-то опоздание и вот так вот это, блин. Если ты опаздываешь, зачем тогда я тебя буду учить? Я знал, что если меня не возьмут, то я буду как лох. И в школе меня будут дальше бить. Не знаю. Ты хочешь записаться? Очень. Да? Точно? Точно. Я буду стараться, и через 2 года я стану чемпионом Украины по кикбоксингу. Он мне понравился, честно. Вот, ну, несмотря ни на что, он старается. Вы заметили, он за 2 тренировки он почти работает. Он боксирует. Ну, добро пожаловать в бойцовский клуб «Тайпан». Все, да. Спасибо. Нарешті мрія Кирила здійснилася. А просто зараз здійсниться й мамина. Хата на тата влаштує Олені зустріч з її кумиром. Я ніколи не вірила, що це колись буде. Євген Литвинкович, фіналіст шоу «Х-Фактор». Його голос змушує бити сильніше серця мільйонів жінок. Я коли побачила Женю на екрані в «Х-Факторі», я хотіла з ним зустрітися і лично пообщатися. Привіт! Привіт! Мені сказали, що ти сьогодні совершенно свободна на вечір. Да. Не проти провести його зі мною? Ні. Це було приємно, коли мужчина дарує жінці цвіти і подарок, тим більше Женя. Спасибо. Я пропоную куди-небудь в капе. Не проти? Ні, я не проти. Муж не проти? Ні. Точно? Точно. Він такий маленький, що можна взяти на руки і бігати з ним по торговому центру. Я от написав пісню, і я не слухав ніхто ще. Волнуюсь. Прем'єра пісні. А можна вживу? Звісно. Ну, він почав її петь. Я так люблю тебя, но только возле. Терпеливой душой, как же стрелянная птица, не ломается, к рукам приземлится. Это о таких прекрасных женщинах, как ты. Это однозначно. Я сейчас не вру, не сочиняю. Я так хотел, чтобы такая песня получилась. За песню. За песню. Я его любила на 100%, сейчас на 1000. Я думаю, что пришла пора посмотреть, что там. Да, я начала распечатывать. Ага. Я хочу, чтобы ты меня вспоминала каждый раз, как будешь это одевать. Вот так, да? Класс. Слушай, тебе идет к лицу. Я буду носить цей шарфик. Но только не каждый день так просто на улицу, а только по особым случаям. Когда буду ехать на концерт до Литвинковича, сразу буду одевать. Це супер чоловік. Супермен віддихає. Мечти збуваються. Своїми незабутніми враженнями мама вирішила поділитися з рідними. Привіт, мій любимий Женечка. Женечка. І мої дітки. Привіт. Я віддихаю в Барселоні. Дуже красиво. Це капець. Ходила на мастер-клас танцювати танець фламенко. Я віддихнула дуже хорошо, але я дуже-дуже за вами скучила. Мій любимий Женечка, поки я тут, я думала, що мені в тобі більше всього подобається. То лі взгляд, то лі улыбка. І я поняла, що мені подобаєшся ти весь. І я тебе за це люблю.
я готова тобі довіритися, щоб ти почувствував, що ти глава сім'ї. Та вже хочеться, вообще, щоб вона вже тут і зайшла прямо. То взагалі було б класно. Любимі мої дітки, я знаю, що ви за всім справляєтесь, що ви навчились друг друга підтримувати. Я шлю половинку свого серця, а другу віддам, коли приїду додому. Вже сьогодні мама повернеться додому. А в Ларкіних ще одне невиконане завдання. Щоб навчити Кіру плавати, у татка є менш ніж півдня. Блін, здесь я без помощи не обойдусь, это точно. Ой, думали, не пригодится. Кнопка неизбежна. Мы берем помощь, да, чтобы папе помогли Киру научить плавать. Все. А вчитиме Кіру кандидат в майстри спорту, справжня криворізька русалонька Світлана Філімоненко. Це ви наша допомога і підтримка, да? Да, Женя? Да. Кіра, я хочу спочатку для початку подивитися, що ти вмієш. Чому тебе, якщо тебе папа вчив, чому він тебе навчив? Покажи мені, будь ласка. І Кіра ж, звісно, показала, чому папа її навчив. Ну, конечно, плавать она не умеет. Ну, сказала, будем начинать все с нуля, все заново, так, как положено. Становись ко мне спиной. Смотри, ручки ставишь за уши. Где твои ушки? Вот здесь. Ложишься на воду, ножки вместе и просто скользишь за счет толчка ногой. Хорошо? Оп! Во-во-во-во-во! Вот, давай еще, еще, еще! Еще! Попа утонула. Ножки должны быть ровненькие, в коленках не сгибаться. В коленке она сгибала в ножках, поэтому она не плывет. Хочешь плавать? Поворачивайся ко мне. Плывем! Со всей силы стараемся. Аккуратненько, руки за уши. Я вот это заметил. Вот это, только я вот стою, руки опущены, у нее руки все сползают. Она начинает тянуть. На ручки ты ложись прям головой так. Давай, чтобы мы тобой все гордились. Давай. А я такой руки раз сразу начинаю типа так тянуться, и она раз. Вот, хорошо, плывем, плывем, плывем. Руки! Ну, помогает действительно. Как будто, ну, есть какая-то связь реально. Я честно вот это говорю. Супер, еще, еще, животик поднимай, плыви, плыви. Супер, хорошо, еще. Еще, Кира, еще, 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 еще. Ноги, руки, ноги. Уже думаю, так, раз плывет. Ой, еще чуть-чуть. Давай еще, давай. Ой, а она еще плывет. О, блин, давай. Ноги, давай еще. Девочка проплыла за первое занятие то, что это, в принципе, даже маловероятно, 6 метров. Моя мечта сбылась, я научилась плавать. Спасибо большое вам, великий маги учитель. Благодарю вас. Счастливый, блин, капец. До зустрічі з Оленою лишаються лічені хвилини. Женя хвилюється, як ніколи. Ножки, ручки трусяться, уси калишуться.
сокровище мое привезли, да? У мене дрожали і руки, і ноги, там, коленки дрожали, дрожала вся. Чуть не випала з машини. Опа, вот она моя Леночка рыженька, маленькая хорошая девочка. Шикарный мужчина с шикарным букетом роз. Привет. Привет. Да, тебе. И все, я растаяла. О, все. Я снова попал, как первый раз просто. Увидел и по уши. Опять влюбился. Так выглядишь, конечно. Классно. Такой красивой, как сегодня, я свою жену видел 11 лет назад, в день нашей свадьбы. Дар речи просто от него, когда побачила своего мужа. Даже не балакала. Просто сидела и дивилася. Він вроді би як і твій, а вроді би як уже помінявся. Став настоящим мужчиной. Ну, настоящий полковник. Я в повній мірі, в ясному умі, в трезвому сознанні, я готов стати мужчиною для цієї жінки. Тепер буду рулити я. Рулі. А чим ти будеш займатися, коли я буду рулити? Просто буду тебе любить і все. Це буде вся моя основна обов'язковість. Ти будеш його хорошо виконувати? Так. Привіт. Вона була похожа на королеву, а папа похож був на принца. І вони були влюблені. Я отримала нову сім'ю. Нового чоловіка, нових дітей. У це важко повірити. Та всього за тиждень хата на тата зробила з безвідповідального хлопчиська справжнього чоловіка, гарного господаря та чуйного татка. Да? Ба більше, Женя нарешті закинув всі свої іграшки і зайнявся добрими справами. Татко гідно пройшов усі випробування і лише раз заради донечки натиснув червону кнопку. Тож родина Ларкіних заслужила 25 тисяч гривень. Молодці. Дай папі цьому. В сім'ї Ларкіних почалась нова життя. Діма, який давно проміняв сім'ю на гульки. А що, ну хто ж має бути в сім'ї, розпи***ає. І Юля, яка стала в родині і мамою, і татом. Я що, женився на жінці, щоб отут от корячиться? Я від цих нагрузок морожусь. Скільки можна здіватися надо мною, чоловік, блін. Наступної середи поміняються ролями. Ніхера себе, скільки всього. Хата на тата доведе маму до екстазу. Наскільки все просто офігенно. А татка до сказу. З***ала. Влад, з***ала все, вже на***. Я не хочу вже робити. Просто пусть це все закінчиться. Принесеш шейку, пожалуйста. У меня аж пена изо рта пошла. Как-то вот... Просто...